я думаю, что вы так же, как и я, осознаете, говорят, времена не выбирают, естественно, но вы осознаете, что мы, в общем, живем в такое своеобразное время. Кто-то думает, что речь идет, так сказать, о чисто русской проблеме, то есть это имеется в виду русскоязычной или русскокультурной, так правильнее. Возможно, мы как бы живем на переломном этапе мировом, потому что уж очень много событий оставляют запах войны. И я думаю, что многие из вас это чувствуют. Мир разделился, и в определенном смысле русское разделение, хочется сказать слово «раскол», хотя это, конечно, не совсем не то, вы помните, да, происхождение самого слова. Впервые оно было использовано для того, чтобы определить раскол в Русской Православной Церкви. Но это точно какая-то идеологическая основа, которая сегодня серьезно разводит людей. И ключевые краски, те краски, которые составляют красоту мира, они в конечном итоге заменяются двумя цветами – белым и черным. И каждый думает, что он белый, а другой, соответственно, черный, и наоборот. И эта ситуация выглядит страшно. Страшно не потому, какая сторона правая, а потому что результатом этих действий является настоящий раскол в обществе. Я хочу вам напомнить, что цвет все-таки имеет значение, и что деление мира на два цвета вряд ли справедливо. С вашего позволения, впервые со сцены, я прочитал маленький короткий стишок. Цветоописание. Белый – оправдание, серый – опоздание, черный – ожидание, фиолетовый – презрение, оранжевый – томление. Стыдливо краснеют, в мечтах голубеют, в злобе зеленеют, от водки синеют, от жизни стареют. Ну, как же бардовский концерт без Булата Шавыча? Простите пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным, по лестничкам шатким, спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядя тебе вслед. Не верьте погоде, когда проливные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда над землей запоют соловьи. У жизни со смертью еще не закончены счеты свои. У жизни со смертью еще не закончены счеты свои. Нас время учило, живи по-привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, но все же заманчива должность твоя. Всегда мы в походе, и только одно отвлекает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землей бушует весна? Чего ж мы уходим,
когда над землей бушует весна. Спасибо большое. Спасибо.